Так. А мне бы вот лучше вот природу снимать, чем мне себя не очень интересно. Дело в том, что она не только нас, она и природу вокруг. А, понятно. Да. Вы можете двигать, как вам? Будете сидеть как кресло. Вот так вот держите, и все нормально будет. Да, так. Пару шагов вперед. Хорошо, привычка. Садитесь. Все, хорошо. Ваше самочувствие? Прекрасно. Владимира. Как там у вас погода сейчас? Ну, 2 недели назад снег был. Даже так? Чего 2 дня снег? Полежал, но растаял. Но обычно у нас всегда на Покров снег. Ну, у нас тут снег только вот там, вон там. Ой, а что там такое синее? Это озеро там или что это? Да, да.
горячий мэр. Я не разбираюсь, зря спросил. Нет, я пишу по-разному, а... Ну, это имеется в виду красками, да, что-то делается? Горячий эмаль — это когда на меди накладываются краски на основе стекла и запекаются в печи на температуре 800-900 градусов. Это вечная техника. В основном вот Минанкари, вот в Грузии очень известные такие украшения, ювелирные. Я даже не знал, что так бывает. Ну, просто живопись, графика, все достаточно... Прочная, а тут как бы все уже на века. Это со времен Древнего Египта известна техника, но в основном в ювелирном и вот в иконы как бы делают. Но я вот как станковую технику тоже использую. Как раз в жанре пейзажа я работаю. Поэтому... Я понимаю. Но тут абсолютно реально. Это было за... Это самое, с каньоном брать. Там просто озеро. Интересно видеть. А я чуть-чуть видела озеро. Так что я вот, наверное, это, на чуть-чуть подороже. Я фантазию дорисую. Я слетаю. Тут подарок будет. Просто вам нужно увидеть. Ведь это же огромные деревья, наверное. Если вы скажете, что вы заплатили за камеру. Да я тебе просто вообще не скажу ничего. Ну, если вдруг спросите. Чтобы было некрасиво будет. Сегодня цвет хорошей воды. А я думала, у вас всегда, да? Мне по-разному. Ну, потому что вот водохранилище, и вчера вот в Мсхете тоже вот Белийское море видели, и все вот цвета такого сине-зеленого. Ну, там, если вот дожди пойдут, тут же становится мут, да? Если вообще очень долго нет, она прям в синюю превращается. Зеленая, в синюю, голубую. У нас абсолютно ровные все пейзажи, у нас очень мало холмов. Там свои красоты. Ну да, я приехала когда на Эльбрус, я думала, боже мой, как я приеду домой, как я буду смотреть на эти поля. Но ничего, приехала домой, наоборот, я соскучилась по этим. Ну, писать горы, конечно, это просто фантастика. Каждое мгновение меняется. Вот тучка пошла, уже пошли другие цвета. И это я... Да. И вот это вот... Я удивилась, что бывают такие места, что... Можно здесь, можно сюда посмотреть, прям белый. Да. Так, Андрей, мы туда поедем сейчас. То есть мы только изберись, вот сейчас едем. Да. И просто первый раз я была в таком месте, где можно вот встаешь и пишешь вот там, вот любой кусочек можно отдельная картина уже готовая, уже ничего придумать нельзя.